В центре Казани упал строительный кран. По предварительным данным, все произошло во время строительства административного здания комбината бытового обслуживания на улице Тукая. Многотонная конструкция рухнула на территории стройки и частично во двор гостиницы. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина падения – нарушение баланса башенного крана при опускании груза.